У каждого маленького ребенка спрашивают, кем ты хочешь стать. Для тех, кто отвечает хоккеистом, мечта стала ближе. На базе детско-юношеской спортивной школы нашего города на новый учебный год открыт набор как мальчишек, так и девчонок 2013-2014 года рождения, которые хотели бы связать свою жизнь с хоккеем. Занятия будут проводиться на Мороз-арене. Занятия будут ориентировочно 4-5 раз в неделю. Занятия на льду. Все занятия для детей абсолютно бесплатные. На начальном этапе мы тренируем технику катания, что у девчонок, что у мальчишек. В основном везде первый год обучения даже катаются без клюшек. То есть за первый год обучения нужно поставить уверенную стойку на коньках и красивое катание детям. Кирилл Мусатов – молодой специалист, чемпион Центрального федерального округа. Играл в юниорской лиге за Ярославский «Локомотив», после был питерский «Спартак» и клуб «Витязь» из города Чехов. После игровой карьеры посвятил себя тренерской работе. Под его руководством маленькие спортсмены будут делать свои первые шаги на льду, идти к цели. Тренировки у хоккеистов уже начались. В первую очередь это нужна целеустремленность, конечно, ответственность. Стремление всегда быть лучшим. Всеми самыми хорошими качествами спортсмена нужно обладать, чтобы пойти на хоккей. Тренировки будут максимально разнообразными, как и на льду, так и на открытом воздухе. Первое собрание будущих хоккеистов и их родителей состоится 15 сентября в 8 вечера в новом ФОКе на Кузнецова 13В в зале для игровых видов спорта. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».